В День города мы подвели итоги викторины «Ремезов». Победителем стала Ирина Давыденко. Интеллектуальное состязание длилось 2 недели. Нужно было быстро и правильно ответить на 15 вопросов, связанных с биографией и работами Семена Ремезова. Ну, это было очень интересно. Во-первых, каждый день ждешь вопрос, потом ищешь ответ, потому что просто так ты все равно это не знаешь. Надо почитать, поискать, где-то поискать в интернете, какие-то книги где-то. Вот. И потом уже пишешь и ждешь, правильно, неправильно. Успешно справившись с вопросами викторины, Ирина Давыденко получила главный приз от генерального спонсора компании «Окна» – сертификат на 10 тысяч рублей. Ирина в нашей компании может приобрести как комплектующую фурнитуру для окон, а также она может заказать пластиковую конструкцию, это, то есть остекление балкона, оконные проемы, балконные пары, то есть выходы на балконы. Также она может на этот сертификат отремонтировать ранее установленные конструкции других компаний. Ну а у нас на подходе новая викторина и новые интересные призы и подарки для наших зрителей и подписчиков. Так что следите за эфиром и вступайте в группу «Тобольского времени» в соцсети ВКонтакте.